показать свой холодильник. У меня у пенсионерки. Но я еще не пенсионерка, сами знаете. Должно было 55, а 57, теперь 58 на следующий год. Как сегодня этот сейчас орал, я мэрша. Вот у мэрши что в холодильнике у меня в данный момент. Селедка, это в магните брала 59 рублей, картошки уже хорошие. Это я в пятерочке по 17 рублей. Это по 61 в пятерочке 129. А, вот так, думал, что это такое? Пятерочки сыр, пятерочки у Лёшки колбаса вареная копченая, это у Лёшки, это 35 рублей в пятерочке. Так, у меня картошка здесь вареная, вчера варила, вот она. Так, здесь что у меня? Кукуруза, килька в томатном, это фасоль, кабачковая икра, горошек, тушенка цыпленки, это шпроты, это сардины, это все в пятерочке. Ну, это щавельные щи, кабачок, Светка Суханова дала бутылку водки, это со свадьбы. Ну, мы околочную убрали. Так, это грибы тетя Галя моя давала. Огурцы соленые она мне засолила. Потом здесь вот это ассорти. Это Иринка соседка. Молоко я беру в этом, в магните 53 рубля. Ну, я кашу и с кофе. Это помидоры домашние жилетовские. И огурцы жилетовские, два осталось. Это мои подруги. Здесь лук, морковка, что мне, персики у Корнейхи брала. А это грядовые грибы, как их называют-то? Господи, забыла. Ой, ну память. 4 яйца здесь осталось мужских. Шоколадки по 21 я беру с кофе пить. Это как ее в пятерочке. Каша по 5 рублей в пятерочке я беру только с клубникой, а другие я с персиком не люблю. Это я у Корнейхи брала кисель в кружку. Это я в магните по 39 цикори буду пить с молоком. Вот это вот 39 в магните. Ну, здесь тоже в магните брала я. Это хорошая аджика. Масло. Это свой домашний. Сейчас, что там у меня? В морозиловке. Я даже не знаю. Ой, господи. Я даже не знаю, что здесь. А, ну это творог из пятерки. Фасоль. Это с пятерки. Котлеты хорошие. Фарш с пятерки давно, 41-го. Это две котлеты тоже 41-го. А что сейчас жара? Я не могу жрать-то. Так, во второй что там? Ой! Это бедра. Это суповые наборы. Сосиски сливочные. Это сало. Это крабовые. Рыба у меня еще, вот видите, боже упаси. Вот это все. И мне не жирно, ребят. Все, вот это у меня все в данный момент у пенсионерки. У мэрши, как ударал, я мэрша, оказывается.